пришла с проблемой боль в шее, в позвоночнике, в поясничном отделе. Легкая мигрень на фоне этого образовалась, но чувствую себя шикарно. Все просто супер. Спасибо большое. После трудового дня, если учесть, что я 7 часов работаю, сейчас я себя чувствую, ну, можно сказать, легко. Конечно, чтобы это все перенести, там боли, там ощущения такие, конечно, малоприятные. Но сейчас даже можно так сказать, и потанцевать можно. Посмотрим еще, что завтра будет. Но сейчас, я думала, я вообще не смогу встать и ходить и прочее, прочее. Но я сейчас хочу хорошо сесть. Честно говоря, она меня сильно не беспокоит. Что болело, с чем пришли и прошло ли это сейчас? Чувствуете какую-нибудь боль в той области, с которой... Нет, я чувствую сейчас легкость. Такое тело у меня все так вот горит. Горит тело, но мне все равно как легко. Угу. Тело горит, но мне легко. Если еще учись мои года. Спасибо большое. Болел вот здесь живот. После приема Артема Витальевича все прошло. Я вот трогаю, вообще ничего не чувствую. Про шишку. Да, шея вообще. То есть я не могла там поворачивать. Все, сейчас чувствую себя отлично. В шее боли вообще нету. Значит, прибыли с Калмыкии. Проблемы со спиной, именно позвоночник и шейное дело. Такое, ну, ощущение легкости. Здесь у меня лет 6, ну, как холмик был, его нету с первого раза. Отличное, рекомендую. Да, я уже прошла курс, сегодня 5-й день последний. У Артема Бомбили. Очень чудесная процедура. Я пришла, у меня все, позвоночник болел. Спина, то есть, болела, ноги отказывали, шея, то же самое, не могла не повернуть ничего, ни в сторону, ни влево, ни вправо. Сейчас у меня все прекрасно. Я не знал, что я так умею. Да. Артем, спасибо большое, дай Бог тебе здоровья и всего самого. Я вообще летаю, порхаю, честно говоря, я вообще не могла ни согнуться, ничего, боли, просыпалась, вставала, как... Столетняя бабушка еле двигалась. Сейчас я стою нормально. Спасибо большое. Во благо. Я еще приду. Кроме поясницы, что еще? Что изменилось? Здесь стало болеть. Ну, это, вот это здесь вот... сдавлено, как сдавлено все время. Мышцы они тянули, да, получается, да. Сейчас хорошо. Сейчас нету этого. Мне еще момент, да, что с ногой вот это было, то, что она это... Получается, когда было смещение, одна больше, другая меньше, это и тянуло этот вопрос. Не, ну сейчас только внизу окончания получается, они как вот, да, когда пересидишь ногу коликами. Сейчас он походит, и минут 5-6, она еще будет легче. Вот так тянула полностью все. Сейчас нет. Кто-то прицепится. Реально по лицу было видно. Артем, ты как к Артему Витальевичу с сыном. Он ему вылечил спину, сколиоз. У него стали ровные плечи и ровный позвоночник. Затем я обратилась к нему, потому что у меня болела поясница. От сидячей работы я вставала, у меня не ходила нога, хромала. Я прошла у него 5 сеансов, у меня спина стала ровная и очень все замечательно. Теперь у меня ничего не болит, и Артем Витальевич замечательный. Последнее время болит у меня все время. Сейчас болит? Ну, знаете, это даже не боли, а какие-то неприятные ощущения. Сейчас не есть боль. Ощущения? Сейчас вроде нету. Вот ночью вообще все замечательно. Только я легла спать, все чудесно. Утром как бы это проснулась тоже. Стоит мне только встать с кровати и начинается. Даже до еды, после еды я уже не слежу. Я уже и на диете пыталась сидеть. Я раньше массажем очень увлекался, много лет, даже занимался. Я не верил по стопрам вообще, честно говоря. Пока шеи не помогли, я понял, что это работа. Большая работа, большая отдача.